Обзор «Жена Азии» днем вторника. Да, уже послезавтра будет. Угу. Уже послезавтра сделаем обзорчик днем, потом будем в 6 часов. Я завтра, ну, вернусь в Геншин и будем ждать. Ого, тут начинаешь, а тут сразу горы. Чисто дом в горах. Начать игру. Ага, так мы не просто в чайник, мы, видимо, покатушки за Сави устраиваем, не? Рада с вами познакомиться. Мисс Иси, добро пожаловать в наше комьюнити. Надевай розовый пол в чатике, use emote, we stand strong together. И Армс дарит еще две подарочных подписки. Спасибо большое, Армс, за подарочные. Ну, пойдем вначале дом посмотрим, потом будем кататься. Потом устроим покатушки. Нифига себе тут! Какие прикольные штуки, я таких еще не видел. Ширмочка какая-то классная. Такие ширмы тоже прикольные. Тут Диона. Гулять! Куда гулять? Блин, а что так красиво? А это и надзумский дом, да? Я, по-моему, ни разу еще не видел надзумского дома. Картина с Саю. Круто. Противное пойло. Блин, красота какая. Классно. Саю сидит. Блин, автоматически открывающиеся двери. Прикольно. Здорово, здорово. Здорово. Своя комната с кимоношкой. И кататься. Всегда мечтал посидеть вот под кататься, короче. Они там же говорят. Вроде они даже какие-то специальные с подогревом бывают. Типа с камином внутри. Блин, тут куча котов. Стена славы. Разных персонажей. Балдеж. Данок. Вот здесь сцена для Бебры. Здесь же... Нет, сцена для Райден. Судя по всему. И еще одна комната, в которой живет козочка. Балдежный, классный чайник. Пойдем кататься. Пойдем. Надеюсь, я все комнаты посмотрел. Это я первый раз, в принципе, в надзумском чайнике, поэтому... По-моему, вот здесь вот есть еще комната. Да-да, здесь Тома готовит еду. Не Сянлин, а Томчик. Привет, Витя, здорово. Тарам, там-там. Хайповоз дошел таки до 5 уровня. Поздравляю всех, кто получил смайлики, если до этого еще. Не забирали смайлики с этого хайповоза. Смайлики с животными, это классно. Ой, стоп, что я делаю? А, все, подрубил, подрубил, поехали. Ну, видимо, вот сюда налево. Блин, Сая уже маленькая, ей тяжело. Как можно повесить эти скрины? Специальные какие-то картины есть. Ого, ого. Ого, тут пещеры, блин, жесть вообще. Капец, как с дома выйти? Что, что это такое? Сколько тут камней в этом лабиринте? Охренеть, сколько ты это строил? Жестко. Новый рекорд! Место в рейтинге 3. Хорошо. Блин, это настоящий каменный замок. Да нет, вон скерри, вроде все нормально. Наверх ТП? Хорошо. Пойдем. Че здесь? Здесь оказывается... А, здесь можно спрыгнуть. К дому. Кузнечная... Серьезно? Есть вот такая вот кузнечная стойка? Я не знал. Блин, а здесь онсен! Так, не подглядывайте, чат. У меня... Янфэй купается. О-о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 -
Выйду в чайнике, что-нибудь посмотрю. Олу надо с Эмбер, да-да-да-да-да. Господин Ду, сейчас украду что-нибудь. Ля, все животные выкуплены. Жёстко. Так, а что тут? А, это просто типа концовка.
Так, а что, только один остров сделан или еще другие посмотрим? Там еще другие прокатимся. Привет, когда обзор баннеров? Когда не лень будет? Я не знаю, через часик, может, часа в три, может, пол четвертого. Да что там обозревать? В баннерах сейчас, ну как бы, был бы какой-то второй пятизвездный баннер, а так четырехзвездочки. Ну разве что оружейку по четырехзвездкам пройтись, но тоже ничего особенного. Ну и как бы анонс Ита. О, какая деревушка интересная. Интересная деревушка. Торговые ряды, тут прям праздник какой-то. Мельница забавная. Блин, эти дорожки, кстати, дорожки каменные, класс. Здесь можно храм целый, чтобы узнать свою удачу. Круто, круто сделано. Так, я не знаю, я туда вообще еду, потому что... А, ну здесь везде телепорты есть, значит, туда. А-а-а! Ого, прикольно. Где-то я уже видел этот чайник, это чей? Это каста в жопе, он, в чатике. Трейлер Ита, я ничего не смотрел, нет. Ну. Ага, тут рыбки плавают. И еще один горный массив, блин, мне страшно туда заходить. Ля, красивые, кстати. Вот это беленькая, классная, оперативная. Баннер с Ита будет во вторник. Рядом с этим еще и кузнец. На всякий случай. Стоп, а их можно несколько ставить? А, ну в принципе логично, что можно, но они, наверное, столько жрут, что... Много особо не поставить, да. Так, ладно, тут, судя по всему, нет никаких лабиринтов, хотя если завернуть сюда... Да нет, здесь просто деревья. Понимаю, это горное озерцо. Гу на YouTube это чайник? В принципе, можно. Можно. Не, ничего, ну... Я понимаю, тут на этом острове все забито... Вся нагрузка забита этими... Кудами. Привет, после твоих комментариев про гиоза нашла их в своей стране. Напомню, какие вкус тебе нравятся. Да, обычное мясо, говядина, ну там говядина, свинина, вот. И еще пока также пробовал рыбу, но рыба не так сильно, я не очень сильно рыбу люблю. И фруктовые вкусные, ну скорее для сладкоежек, они прям сладенькие. Очень хочу попробовать сам курица плюс сыр, что-то такое, но к сожалению их у меня не было в ближайшем магазине. Вот. Надо еще курицу с овощами тоже попробовать. Вроде... А, и утку очень советовали в чате. Так, ну и здесь такой тоже пляжик. И так, это что? Ого, прикольно. Ну тут типа покушать. Идти пляж. Фига мечей. А, ну это один объект, да, я думал. Думал, это несколько разных. А что за цветочки? На карте. С ними можно что-то делать. Like вот это вот что это такое? Сверкающая улица. А, это готовые... А, я не знал, что наборы готовые отображаются этим каким-то образом. Да, я не знал, что наборы отображаются на мини-карте. Класс, прикольно. Отличный чайник, да. Ну, этот, конечно... Каменный лабиринт сделан жестко. С подъемами, со спусками. Да, да, прикольный, прикольный. Можно, можно будет, в принципе. Можно на ютубчик чайник выложить. Красивый лабиринт.